Так, припаял к регенеративному приемнику Ванюша, вот, с комнатной антенной. Только что пытался подключать рамку чуть-чуть побольше. Сейчас покажу. Вот, пытался к нему подключить вот такую рамку только что. Вот, провод где-то 2 метра вот на двери висит. Но перегруз, сильный перегруз даже на очень слабых станциях. Поэтому я понял, что с таким усилением хватит и вот такой антенны с головой. Так что, наверное, буду делать вот такую антенну к нему, но только уже не на соплях, а качественную. Не нужна данному экземпляру хорошая антенна, вот. Сам изготовил вот эту вот штуку. Ну, наушники там очень плохие были. Я вот это срезал все. Оставил только вот эту железную часть. Припаял провод хороший, экранированный от видеомагнитофона. По-моему, на головку он считывающий еще. Хороший посеребренный провод. Даже лишний такой провод. Так, сейчас воткнем его приемник. Так, это у нас абонентский громкоговоритель. Вот, советский. Громкоговоритель абонентский Донбасс 306. ГОСТ 1986 год, цена 5 рублей. До этого я подключал современный динамик от японского телевизора. Начало 2000-х примерно. С ним, конечно, звук был покачественнее, но этот более такой приятный звук, как называют, ламповый, теплый звук. Вот. Ничего больше тут не подключено. Сейчас попробуем послушать эфир на советский динамик. Так. Отставить, чтобы было видно всю конструкцию, еще я туда ничего больше не подключаю. Вот, громкость работает. Тоже резистор здесь не рабочий был, точнее его там вообще не было, был только корпус с динамиком. Согласующий трансформатор я поставил и переменный резистор, громкость. Вот, вот так работает. Вот, как-то бы поближе к динамику вот это вот. Ой, точнее к микрофону. Телефон вот так вот подвинут, вот помехи идут. Да, короткий, конечно, я провод сделал для колонки. Вот 50 Гц. 50 Гц. Я почувствую. Стала потеша, поэтому я пошел такой. Только на замке танцевальная стала работа. Ну, единственное, конечно, на это самое, на вычету. Коротковатый проводок, но я вот делал для не для видео, а для себя. Надеюсь, так будет слышно. Ну вот сейчас слабая станция.
Плохо слышно. Так, послушаем, уже вечер, уже вещалки уже есть. Не, вещалок еще нет, еще рано. Но вещалки-то в отдельном видео будут. Ну вот одна вещалка есть, но очень слабая. Вторая вещалка, но тоже очень-очень слабая. Третья. Ну, сейчас светло. Для вещалок еще рано. Ну и приемник работает в режиме SSB. Здесь нет переключателя AM-SSB. И переменного резистора, который регулирует АМ, ССБ, ширину полосы. Я здесь поставил постоянный резистор. Общий вызов. Радио Тамара, 6 Дима. Радио Тамара, 6 Дима. Диапазон 40 приглашает всех. Радио Тамара, 6 Дима. Ко всем прием. Темно 3, живая по Волге. Радион тонкий, Зинаида по Волге. Прием. Две лямды. Квадрат, две лямды. А вот низко к земле прижатый квадрат в горизонте прям. Ну, Ми 80, он блеск сюда. Вот мне настроено на это на 3800 прям. Кстати, обнаружил, что если снимать на телефон подобные вещи, то нужно включать режим полета. Вот я включил режим полета, потому что сильные помехи очень шли от телефона. Микрофон на телефоне очень плохой. На самом деле вот эту шарманку слышно на пол дома. Можно вот так поближе.
Вот. Теперь приемник не видно. Из местных, что ли, подошел тут около 40, под 40 идешь тут. Без шести ничем прием. Центр, центр. Роман второй, Григорий, центральный, центральный, на прием. Меня уже отрели на киловаттах. КДТ. Ну, первый участок, это же показывает. Пока-пока. Зима 7-3, Роман Тамара 6, Зима на частоте, радио Тамара 6, Зима КС. Ну вот, в прошлом видео я снимал современным динамиком, теперь вот советский. Звук такой более привычный. Сергей, город Курганец, 25, полете, прием. Так, еще кто-то есть. Подходишь вот с этим сигналом, и поэтому вот все вроде как бы рапорт нормальный дают, но факт есть, остается фактом. Мне он, не я... Все опять там, все работает, все крутится. Давайте, репокат. Так, а ну, сейчас проверим, сколько их вообще там всего. Так, вещалки заканчиваются, так. Сейчас включу слева направо. Ну, из-за вот этой вот... О, может вот так вот было видно, как я кручу. Так, вот. Первые радиолюбители. Так. Вторые. Так. Третий. Четвертые. Это я перечисляю только тех, ну, кто громко прям. А на наушники в три раза больше. Ну как сюда, как рядышком. Роман Василий 0, Анна Елена. 10 плюс, и как из пушки. Стабильно, плюс 10. Так, это четвертые, так, это... Пятые. Так. Шестые. Вызвали на работу. Седьмые. Не погулял, при. А домой это куда? В Кизляр, Дагестан. Я понял. Вот кто-то мне там в комментариях писал, что это соседние радиолюбители с соседнего дома работают. Ну да, тут только что по всему Советскому Союзу было слышно. Так, ой, я со счета уже сбился, какие-то седьмые, по-моему, были. Вот восьмые. Thank you.
еще буква была, да? Нет, радио 6, Дик, Дик, собака, Дик, радио 6, Дима, Иван, Киловатт. А вот так вот, Дик, ой. Так, 8, по-моему. Я со счета сбился. Отвлекался. Так, ну вот где-то 8 радиолюбителей. Вот. На улице еще, как видите, светло. Вот. Вот весь приемник, вот вся антенна, ничего тут нигде не подключено. Вот. И вот такая приставочка получилась. Провод вообще, конечно, классный. Ну вот как-то так.